Я беру листок бумаги и готовлюсь к эфиру. Жду Надю Попову или PSP Иру. Никита Миронов, поэт из России. И Кирилл Лукьянов из психиатрии. Фото, модели, диджей и артисты. В моей программе были даже поэты. И ухопорник, среда, четверг, ровно 8. Яркие гости в передаче «Сумасшедшие гвозди». 20.00, это значит в эфире программа «Сумасшедшие гвозди». Меня зовут Александр Юрченко. Сегодня у нас непростой эфир. У меня гостья из Германии, Хелена Фогель, певица, русскоязычная певица, которая живет в Германии. Лена, добрый вечер. Добрый вечер, Александр, и все слушатели радио. Лен, но у нас разница в 2 часа с вами, у вас сейчас 6 вечера. Да, 6 вечера. Скажите мне, пожалуйста, как вас вообще занесло в Германию? Вы поете красивые песни на русском языке, и причем поете их для русских людей. В Германию меня занесла судьба, скажем так. В планах никаких езда, я родилась в Беларуси. Потом, познакомившись с 2015 году, переехал в Манию, проживаю здесь 6 год. Как немцы относятся к вашим песням? Слушают немцы? Немцы с большим интересом смотрят на русскую культуру, работая, конечно, в первую очередь на русскоязычных мероприятиях. К нам ходят и немцы. Ма, автор этой песни, ваша землячка, Ольга Юркова, которая родилась и проживала в Крыму под Симферополем, город Белогорск. И песня была написана, как говорится, в стол в 2009 году. Она пролежала 10 лет в столе, и она была написана ко дню рождения ее мужа. Белогорск, вот, это возле нас, там такая красота сейчас, ты знаешь, Лен, у нас там постоянно воздушные шары такие, это Белая скала, где снимали «Человек-бульвара с капуцина», ты, наверное, смотрела этот фильм, главный конечно, с Мироновым, конечно. Да, когда он привез синему и хотел научить всех ковбойцев и индейцев смотреть кино про паровоз, но они так и не поняли его, в конце спалили простыню, хорошо, что Миронов не пострадал, вот там снимали этот фильм. Лен, у нас есть приветы, друзья, кстати, пишите и звоните к нам в прямой эфир по номеру телефона +7 978 726 78 01, Viber, WhatsApp, Telegram. У тебя тут приветики есть в Instagram на нашей страничке Радио Пляж. Вот, Леночка, исполнение супер. Мы тебя очень сильно любим и всегда рады слышать и видеть тебя. Вот скажи, пожалуйста, как настроение и какие нам ждать новые проекты с твоим участием? Ну, расскажи, пожалуйста, о Римочке. Спасибо за вопрос. Настроение хорошее, новогоднее уже. У нас... У меня дома уже поставлена елка, за окнами тоже красота, у нас все уже в фонариках, вот, так что готовимся к Новому году. Какие планы? Встретить хорошо Новый год, это первостепенный план. Ну и потом в Германии проходит... очень масштабное мероприятие такое, как русская ярмарка, которая существует здесь уже 20 лет. Я также являлась и являюсь гостем этой ярмарки, поэтому в следующем году обязательно хотелось бы посетить это мероприятие и хотелось бы, чтобы оно состоялось. Лен, немцы слушают твои песни русскоязычные? Еще раз, пожалуйста. Немцы слушают твои песни русскоязычные? Да, конечно. Как часто зовут на корпоративы и просят? Вот любимая песня немцев русская есть какая-нибудь там? «Матрешка-матрешка» или «Калинка-малинка»? Или они любят именно только твои вы песни? Будете глубоко удивлены, но это «Белые розы». Юра Шатунов. Кстати, он же живет в Германии. Он сейчас в Германии, Юра Шатунов. Да, он живет в Германии, да. Вы не пересекались там на корпоративах или он все-таки звезда? Пока нет. Ну, пока что нет. Хорошо. Вот любят Юру везде. И в Германии любят Юру. И на родине вот «Белые розы». Так, у нас есть вот здесь тоже Наталья Ивент передает очень красивая песня. Лена, супер исполнение, мощный голос. Дарит тебе такие огоньки. Спасибо, Наталья. Спасибо. Вот, вау, поздравляю. И что-то на немецком вот пишет нас Виктория. Очень жаль, что у меня по немецкому было 2 в школе. Кстати, ты разговариваешь по-немецкому? Спасибо. Ну, конечно, я здесь не так давно, я здесь живу 6 лет, поэтому
естественно, я еще не обладаю таким уровнем знаний немецкого, как здесь родившиеся. Но уже достаточно у меня уровня, чтобы работать. Кстати, я уже получила здесь гражданство. Вот, поэтому как бы нормально. А скажи мне, ты работаешь с русскими агентствами? Event, или это все-таки уже немецкий? В основном, немецкий? Да, я работаю на русскоязычных мероприятиях, потому что немцы предпочитают английскую музыку, у них немножечко все равно уклон мероприятия более спокойный, нежели у русскоязычной публики. А земляки зовут за стол? Знаешь, приехала к русским, говорит, ой, землячка, давайте выпьем, давайте там. Вот. Или уже такие они, те, кто живут в Германии, у них уже, наверное, менталитет немножко другой. Ну, как такового правила здесь так нету. И, ну, наверное, может, потому что, ну, не знаю, когда я работаю, это как-то мне неинтересно. Ну, скажи мне, сами приглашения есть от русских людей? Вот они видят, или они прекрасно понимают, что ты приехала, живешь в Германии, русская певица, спела для них песни. Вот самое любимое, что просят люди? Не знаю, когда, может быть, скучают или тоскуют за родиной, что просят, чтобы ты пела? Какие-то кавера? Или это только твои песни, только твоего исполнения? Нет, свои песни я пою в обязательном порядке, конечно, на мероприятии. Есть уже поклонники здесь на месте, и спасибо им большое за это, что есть уже поклонники моего творчества. Что касается музыки, которую любят, это в основном музыка из 90-х. Это вот, как я сказала, это Юра Шатунов. Юра Шатунов. Некоторые есть песни из зарубежной музыки. Ну и, конечно, спросом пользуются современные хиты, которые... Ну, наверное, Артик, Асти, Света Лобода, я так понимаю, Лолита и вся наша русская эстрада. Артем пишет, Ленуся, да, ты лучшая. Спасибо, я отсылаю тебе миллион сердечек, огонечки. Спасибо. Друзья, я еще раз напомню, что пишите и задавайте нам вопросы на номер телефона +7 978 726 78 01. Друзья, Вайбер, Ватсап и Телеграм. Розочки отправляет, вот, Ренессанс Плюс отправляет розочки, огонечки. Друзья, и Милана Мьюзик отправляет огонечки. Редке О пишет нам, очень романтичная песня. Леночка, ты большая умничка. Такую конфетку из песни сделала. Я тебе балдею. Ты талантище. Спасибо, спасибо большое. Какие у тебя поклонники. Друзья, я предлагаю нам уйти сейчас на музыкальную композицию и снова вернуться к нам в прямой эфир. Это «Сумасшедшие гвозди». У меня сегодня Хелена Фогель в гостях, русскоязычная певица из Германии. Через несколько минут мы снова вернемся в прямой эфир. Только хиты, топ-лист, только хиты. На радио. Эй, watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Touch it, bring it. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Who be the king of the sound? Uh-huh. Bust a bus back and just put a lock on the town. Uh-huh. A lot of my bitches be coming for miles around. See, they be coming, they know how to dog turn it down. Now you know who holding the throne, so give me the town. Niggas saluting, they trying to give me a pound. I don't really fuck with you niggas is clowns. Making the bitches strip and throw the shit on the ground. Get low, bus. Now that's the way that it goes. Uh-huh. When we up in the spot, the shit be flooded with hoes. Come on, see, we are making hot, the chicks will come out their clothes. That's when they did it. Mommy already know, I suppose. Turn it up, shorty wildin' and shorty open, she beastin' it out. Just a second, I'm freaking it out. Come on, while she trying to touch, see, I was peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in her mouth. I let her touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. And as we start again, we ringing the bell. Uh-huh. When I come, I be doing it and doing it well. Uh-huh. Then I beat up the Gucci and be making it swell. Trying to hide the smell of the sex spraying on the turn Chanel. Turn it up, then they try to walk with a strut so no one can tell. Come on, a nigga got in they butt, made everything gel. Come on, the chick a wild like a nut, she blowing my cell. Can't get enough of the kid, I put her under my spell. Get low, bus, try to mommy, move it along. Uh-huh. If you know you bout it, then get to removing your thong. Uh-huh. To the whip and back of the truck, that's where you
is long. All my bitches are with me, see how they singing this song. That's how we give them the stick and we be dicking them long. I let her touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Touch it, bring it, babe. Watch it, turn it, leave it, stop for a minute. Down in the block, you see that I'm back. Every single time that I drop, your shit is a rap. Other niggas hating the kid, I'm close to the strap. Cause all they bitches wanna come talk and sit on turn my lap. Every time I give you bang, shit the knock in your whip. Come nigga always do his thing, bitch, locking the strip. Come on, a lot of mommies are dancing and they shaking their hips. After that, they can't loan, put the thing on their lips. I let them touch it, bring it, babe. Watch it, это программа «Сумасшедшие гвозди». Прилетают у нас приветы. Передайте привет, пожалуйста, Танечке в Новосибирск. Тань, подправим тебе привет. Давай, самый теплый, не мерзнет там. Мы знаем, что у тебя там очень уже холодно, друзья. Кстати, в Крыму сегодня плюс 20. Всех приглашаем на новогодние праздники и на предновогодние корпоративы. Не знаю, сейчас, наверное, на меня вся крымская аудитория обозлилась. Скажет: Саша, что ты делаешь? Опять все прилетят в Крым, и Крым опять закроют на карантин. Друзья, но я всех приглашаю. Сегодня был возле моря, кофе-брейк, просто плюс 20, жара, круто. Лен, как у вас там с погодой? Холодно уже, снежок, наверное, за окнами? У нас 4 градуса сегодня, например, но снега нет. Здесь, в Германии, снега не дождешься, хотя в том году выпало очень много снега, чему были приятно удивлены немцы, потому что они этого не видели 20 лет. Но ты, наверное, обрадовалась, как человек из Беларуси, ты, наверное, сказала: слава богу, Бог услышал твои молитвы. Да, Александр, вы правы, абсолютно. Я тоже была просто счастлива. Много фоточек, много видео. Сразу все позитива. Заливаешь в Инстаграм. Лен, а скажи, пожалуйста, вот знаешь, я не верю СМИ нашим российским, хотя мы сами являемся средством массовой информации. Скажи мне, пожалуйста, с первых уст, в Германии прививка обязательна или добровольна? На сегодняшний день пока не обязательно, но уже рассматривается вопрос о обязательной вакцинации. Сценарий один и тот же, что в Германии, что в России. Еще раз, пожалуйста. Я говорю, сценарий зеркальный, как и в России. Вот пока что она не обязательна, но и в то же время без нее не допускают на работу. Как у вас ввели QR-коды? Просто, знаешь, мне хочется услышать из первых уст человека, который живет в Германии, не слушать новости, потому что, доверяя нашим СМИ, это просто ужас. Одно вранье. Ну, я вам расскажу, как ходят на работу. На работе используются правила 3G. Это значит... выздоровевший, переболевший и тестированный. Правильно? Тестированный, да. Значит, выздоровевшие и переболевшие, они принесли, допустим, секретарю фирмы свои QR-коды, показали, их занесли там в реестр некий. А те, кто должен делать тест, эти люди каждый день делают тест и ходят на работу. Скажи мне, пожалуйста, это тест платный или бесплатный? Потому что у нас тест стоит 1700 рублей. Так как я переболевшая, я точную информацию не могу сказать, но вроде бы как бесплатная. Бесплатный этот тест. Просто хочется из первых уст. У нас просто по телевизору показывают, что в Германии уже ввели QR-коды и без прививки не пускают на работу. И Германия уже прививается насильно. Вот такие вот. Нам нужно было узнать ту информацию, потому что это наболевшая информация. Извини, конечно, мы заговорили об этом. Я хотела бы еще дополнить, что, допустим, магазины одежды... человек с тестом уже не зайдет. Только допускаются люди вакцинированные и переболевшие. Или с QR-кодом. Но а скажи мне, переболевшие, у тебя должна быть справка, что ты переболела, и тогда тебе дали QR-код. Просто здесь у нас, если ты болел год назад, то этот QR-код аннулируется просто. Этот QR-код действует у нас полгода. Полгода. Ну, я же говорю, зеркальный сценарий, друзья. Но скажи мне, пожалуйста, вот подходит время, чтобы послушать твою композицию, которая называется «Желание», написано нашей землячкой из Симферополя. Слушай, какой маленький на самом деле мир. Как все. Да. Как люди. Все случайности не случайны. Не случайны. Как хорошо. Спасибо нашим админам, которые работают, не покладая рук, и находят новые, классные таланты, причем по всему миру. Друзья, я хочу сказать, что качайте наше приложение на Play Market, на App
Store. Для нас это очень важно, ведь каждое скачанное ваше приложение нас выводит в топ еще ближе к вам. И мы всем благодарны абсолютно, когда нас слушает Германия, Америка, Голландия, Белоруссия, Украина, Россия. Большое спасибо. Давай твоей песни вот поговорим сейчас. Скажи мне, песня называется «Желание». Песня называется «Желание», ты ее презентуешь, теперь она на всех цифроплощадках. Как тебя найти, заказать на корпоратив? Как найти в интернете? Очень легко. Вы набираете на Хелена Фогель на латинском. И во всех соцсетях: Одноклассники, Facebook, Instagram, ВКонтакте, YouTube. Везде я есть под этим именем. Хелена Фогель, может, кому-то приветы передашь по нашей традиции? Вот в Германию или в Россию, родственникам? С удовольствием передам привет, конечно же, моим родителям, которые в Беларуси, и родственникам, которые также все в Беларуси, город Могилев особенно, Жлобин, вот, друзьям своим. В частности, сегодня передаю большой привет своей подруге, тоже певице Ангелине. У нее сегодня день рождения. С днем рождения. Поэтому... Поднимайте бокалы, я всегда говорю в этом случае. Поэтому, да. Лен, ты сказала за Беларусь. Скучаешь за жареной картошкой? Скажи. Конечно. Но в Германии когда я на стол поставлю картошку, все начинают смеяться и говорят: ну, конечно же, Лена, куда же без бульбы? Без бульбы, 100%, друзья. Но вы знаете, я хочу сказать, что белорусско-украинская русская кухня, вот она по-настоящему шикарна. Она шикарна, я не знаю, как вареники наши с картошкой или вареники с вишней, ну это просто, друзья, это классика, и без этого зимой со ой, все, не дразните меня, то есть сейчас поеду домой есть вареники с вишней, заставлять готовить жену. Лен, тебе большое спасибо, что пришла в прямой эфир. Я думаю, что не последний раз мы еще обязательно поговорим с Германией. Друзья, у нас сегодня Хелена Фогель. Сейчас мы слушаем ее композицию «Желание», и она попадает в ротацию теплого радио. С вами был Александр Юрченко и программа «Сумасшедший гость». Сегодня по-настоящему теплый, красивый, добрый эфир. Ну что, мы прощаемся с вами ненадолго, всего лишь на 2 дня, и снова услышимся прямо в эфире. Говорим.